Рико Сити. Но тем не менее, его называют пятым евангелистом. Вопрос читается один раз. Черный ящик это твой. Опять я. Вот так вот рождаются всякие забобоны. Ну все поняли, что самый опасный зверь гордыня. Вторая команда поздравила. Ну вот мне нравится, что вы пишете детству Соломона. 8000 евнухов, 8000 детей. Вопросы у мудрого Соломона, книгу, руку детей положили. Правильный ответ. Отец Вадим должен поставить журнал «Пятерку» курсанта. Ну что светит, не сгорая с крестьянством? Купина. Как вы вместить ее смогли? Христианское дело – это хорошо сделано.